Всех приветствую на канале. Такие вещи я делаю крайне редко, но сейчас просто уже реально мне нужна помощь зала. Кто за то, чтобы я все имеющееся спустила сейчас на Another Style для Вейны? Для новенькой, для нашей. Она сильная и достаточно хил с зоной ветра. У меня до Сюзетта вообще не было зоны ветра никакой. Но с поправкой, что у меня все еще нет Альтершиона и Радиас. Здесь не хватает одной книги, здесь двух. Не знаю. Если я потрачу сейчас все на Вейну, мы можем получить интересный лор. Потому что здесь сразу Ирландия, эльфы, сон в летнюю ночь. И все вот это вот. И может еще зацепить некрасиво луну. Я сначала порывалась сделать нам четвертый квест вот этой дамы, потому что там волки Сириуса. Но когда я поняла, что у нас Сириус немножечко не тот, здесь мы получаем только один квест дополнительный. Больше выигрыша нет. Но про волков Сириуса. Здесь мы получаем два квеста мудрой эльфийской женщины и зону ветра, не считая того шамана из будущего. Она у меня будет вторая зона ветра. То есть это как бы надо, у нее на Валорчанте идет установка зоны ветра. То есть они мне нужны для особо страшных боссов. И я не уверена, что даже с ними я их забью. Скорее всего, может быть, лучше тогда этот контент отложить, когда мы пройдем сюжет новых глав, которые сейчас будут в Main Story. А сейчас тогда действительно потратиться на Вейну. Выбор очень сложный. Меня очень интересует лор, меня очень интересует, и у нас есть шанс узнать реально. У нас есть шанс реально узнать, как вот это связано с вот этим. И при чем тут эльфы? Конечно, при желании можно пойти, наверное, и посмотреть все квесты Вейны на Ютубе, но я так не хочу. А хочу сама их положить. Детально все рассмотреть, чтобы это был мой контент, собственный. Про мою собственную Вейну. Но геймплей на это не умно. Она очень узкоспециализированного назначения, и мне вроде по геймплейну такой персонаж сейчас не очень нужен. Мне нужна дама с щитом, и мне нужен стратег, который переворачивает сильные и слабые стороны противника. Ну, мне вряд ли кто-то, конечно, здесь сейчас что-то посоветует, кроме, может быть, Ноборотан, да? Потому что Джази вроде как не с нами, да и это такой вопрос узкий. Кстати, Алекспи, у вас есть Вейна? И какая? Потому что, с одной стороны, у меня с зоной ветра туго. С другой стороны,
Очень сложный выбор сейчас у меня стоит.